Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня, как и обещал, будем затестить вот такой голубой дым, синий. Остался последний дымок из фирмы Maxem, Smoking Fontan. Так, вот такой артикул MA0512, кому интересно. Тестили мы 8 различных дымов разных цветов. Зайдите на канал, обязательно посмотрите. Получилось очень классно. Рекомендую к просмотру. Взрывали там петарды с вязками и все такое. Поэтому давайте же сегодня тоже повзрываем. Предлагаю взорвать связкой вот такие кобры. Думаю, получится вообще просто шик. Так что давайте установим здесь и посмотрим крутые взрывы. Так. Кобры взрываются с классным эффектом, поэтому давайте их выставим и взорвем. Так. Думаю, будут сейчас шикарные взрывы. Также, кто хочет рубрику продолжения рубрики взрыва петард с связками, пишите слово «хочу» в комментарии. Для вас буду такое снимать. Есть очень много разных петард видов. И думаю, получится очень интересные взрывы, так как вот сейчас будет тоже классные взрывы. Вот что-то наподобие такого. Только там будет по много петард, по 20 штук в пачке разных. Посмотрите. Думаю, всем понравится. Так, есть. Ну что, берем зажигалку и поехали. Так, отойдем подальше, а то сейчас будут ядерные взрывы. Вот это шик, ребят! Клевые взрывы. Смотрите, вроде бы все взорвались, я не считал. Не знаю, кто там может как-то на паузу ставить, посчитать, все взорвались или нет, но полетели они хорошенько. Класс, люблю такое. Так, это кому интересно, вот такие кобры от Золотого Дракона, вот артикул. Покупайте, классные петарды, рекомендую. Так, давайте теперь связкой бахнем корсары. Так, это мусор. Вот такие корсары 3 на 5 взрывов от Золотого Дракона. Тоже получится интересно. Шикардос. Люблю такие взрывы. Дымы различные тестить. Так что ставьте лайки, ребята, обязательно. Будет много лайков, будут часто выходить такие масштабные насыщенные ролики, где много пиротехники. Главное, чтобы вы поддерживали канал. Тогда будет все супер. Так. Поехали. Есть супер классные взрывы. Так, смотрите. Возьмем больших мощных петард. Я тут взрывал, короче, в предыдущем видео в одном месте петарды. Сейчас вам покажу. Во. Берем вот такие. Вот. Смотрите. Вот здесь в дупле взрывал супер петарды. Даже туда дым бросал. Так что посмотрите предыдущий ролик. Получилось очень классно. Давайте этот раз тоже там повзрываем. Так, штатив. Так, за ним пойдет вот Spanish Cracker 2.
Давайте теперь курсор 6. Так, дальше фурор. Капец, там разрывается все жестко. Так, берем следующий Crazy Man. Блин, лютые взрывы. Дымит здесь все. Жестко повзрывали. Давайте дальше что-то потестим. Так. Например, Корсары первые связкой бахнем. Получится или нет, посмотрим. Такс. Смотрите, какие красненькие. Обожаю петарды связками взрывать. Так, давайте теперь. Так, берем вот такие розочки от золотого дракона, 6 штук. Давайте их будем туда бросать. Так, сейчас возьму их. Так, и последнее. Так, ребят, установим, короче, классные петарды связка еще. Есть вот такие грандмаусы. Давайте возьмем их. Так, где бы их поставить, чтобы они полетели? Сейчас выберу какую-то тут веточку. Давайте вот эту, что ли. Во, думаю, пойдет. И может быть вот так, да. Так лучше. Так, сразу присыпем дорожку. Берем грандмаусы. Ё-моё, нужно еще корсар 4, чтобы подсыпать, наверное. Ну то так. Не все поджечь получится. Так, возьму Корсар 4. Так.
Есть, поехали. Давайте позапускаем свистульки. Так, есть у меня вот такие свистулечки. Давайте их тоже тестить. Классные, посмотрим. Так. Ну что, погнали? Хм. Не взорвались. Эти взорвались. Смотрите, приделали мышку. Сейчас вам покажу. Мышку, короче, к палочке. Посмотрим, полетит или нет. Вот такой будет эксперимент. Во. Я вам говорю, там свистульки внутри. Просто гипсовая и картонная заглушка. Эти летают только так. Так, давайте еще каких-то петард повзрываем. Интересный ход. Есть треугольники, пулеметные ленты, жучок. Дымный мячик. И давайте вот этот мячик. Так. В сторону. Бросаем бомбочку. Так, давайте еще затестим одну мышку также. Чуть-чуть укоротили ее. Должна полететь теперь. Класс. Так, смотрите, треугольник. Давайте вот сюда в щель. Посмотрим повреждения. Блин, затух. Давайте жука бахнем здесь. Езрю. Что ж, давайте, короче, тестить вот такой дым синий. Посмотрим. Так, эту ветку в сторону. Так, откроем. Так, берем. Ух, вот такой голубенький дымок.
смотрите, ребят, эксперимент. Или что? О, фу. Вот такой дым был сегодня. Синий. Так, давайте бахнем эту канистру какой-то супер мощной петардой, например, Корсар 7. Разорвет ее просто в щепки. Посмотрим еще классный взрыв напоследок. Одна шкурка полетела, разнесло жестко. Смотрите. Короче, затестили мы куча классных петард.